Приветствую, дорогие друзья, с вами снова Маркелова Борис. Наверное, соскучились. Это моя вторая трансляция на сегодня. Обычно я провожу одну, а тут две. А вчера или позавчера я проводил три. Но это мое личное дело. Трансляция будет достаточно короткая. И она называется «Не трать время впустую, будь на вершине». Ребят, чем вы занимаетесь в интернете? Вот чем многие занимаются в интернете? Мои подписчики, мои друзья, они пытаются привлечь к себе внимание при помощи спама, при помощи каких-то рекламных трюков, которые не работают. А еще некоторые пытаются привлечь к себе внимание автоматизацией. А зачем? Вот для чего? Для чего вы тратите свое время? Да, вам сказали, автоматизация приведет вам кучу народу. Привела? В ваших проектах много людей. На данный момент я развиваю криптохенсы, и вы все прекрасно это знаете. И я бью на 100% в точку. То есть я не уговариваю людей, я рассказываю им о том, чем я занимаюсь. И эти люди приходят ко мне 100%. Они завалили мою личку и говорят, мы хотим участвовать, дай нам ссылку, дай нам свой ID. Ребят, что я сделал для этого? Для этого я предоставил людям полезную информацию. Полезная информация, которая идет именно от первоисточника, от меня. То есть все прекрасно знают, я в каждом видео рассказываю, я не зову туда людей, где денег нет. То есть кто уходит за нами, все с деньгами находятся. Кто делает то же самое, что и мы делаем, все с деньгами находятся. Некоторые люди пытаются там найти подводные камни. Нету в криптохенсе подводных камней. Регистрация по номеру эфир кошелька. Все. То есть, если у вас есть эфирный кошелек, если на кошельке есть 0,05 эфира, все, вы в системе, вы можете уже зарабатывать уже с первого дня, с первых часов, с первых дней. И здесь не нужно объяснять маркетинг долго. Три человека под вами. Из трех человек строится ваша структура. Три человека приведут вас к миллионам рублей. Мне рассказывают, как людям рассказывать, как отвечать на вопрос, когда они говорят, это все финансовая пирамида. Все это пирамида. Да, ребят, это все пирамида. Наш мир это пирамида. Пирамида – это самая устойчивая в мире фигура. Ее невозможно перевернуть. Даже если она перевернется, она встанет снова на одну из своих граней и будет дальше стоять. Не нужно тратить свое время впустую. Нужно быть на вершине. Нужно заходить за теми людьми, которые знают, чем они занимаются. Я вам 100% говорю, что я знаю, чем я занимаюсь. И почему я сейчас включил этот прямой эфир? Да для того, чтобы вам глаза раскрыть. То есть вы заходите, многие, вот, наверное, процентов, я не ошибусь, если скажу, что процентов 95 в интернете ищут заработок без вложений, которое не бывает. То есть без денег ничего не бывает. Заработок без вложений – это буксы. Все, это рекламные площадки, больше никак не заработать. Да, есть еще некоторые варианты, чтобы заработать. Но чтобы получить деньги, их нужно потратить. Если у вас нет денег, вы их никогда не получите. Многие пытаются там, я видел, я мониторю свою сеть, мониторю сеть YouTube и смотрю, заработок без вложений. Это буксы, которые не приносят много денег. Даже когда вам рассказывают, что там на каких-то заданиях, на простых заданиях можно заработать денег. Ребят, ну это все сделано, это рекламный трюк, чтобы вы зашли под человека. Да, человек вывернулся, и я не скажу, что он ничего не делает. Он купил компьютер, он купил веб-камеру, он изучил эти сайты, он вам рассказывает. А многие хотят просто зайти, ни хрена ничего не делать и деньги получать. Не выйдет такого. Не выйдет и не будет никогда такого. Хотите идти зарабатывать деньги, идите за теми людьми, за теми профессионалами, за теми экспертами, которым вы доверяете. Если вы мне не доверяете, я никого никуда не зову. Поверьте, никого никуда не зову. CryptoHands я никого не позвал. Я просто рассказал идею.
а идея уникальна. То есть проект работает на смарт-контрактах, проект никогда не закроется, проект, в проекте вас никогда не заблокируют, в проекте нет логинов, паролей, есть эфириум, кошелек, зашли, работаете. Объясняйте людям. Под вами три человека зашли на 0.05 эфириумов, пригласили три человека, получили 0.15 эфириумов. Просто, просто. Хотите продолжать движение дальше, там заработок уже начинается. Заработок начинается с первой площадки, когда вы пригласили уже три человека. Со второй площадки там мощный заработок начинается. Просто привет и привет, и привет, Серег. Мощный заработок начинается со второй, с третьей, с четвертой площадки. Сейчас, на данный момент, мы выстраиваем себе вторую, третью, четвертую линию. Пока вы раздумываете, пока вы думаете, блин, ну 0.05 эфириума, ну 1000 рублей, ну пойду пиво куплю. Ну пойдите, купите пиво. Пойдите, купите пиво, завтра башка будет болеть, завтра понедельник, как на работу пойдете. Я уже за несколько дней заработал 0.3 эфириума. Если 0.3 эфириума перевести на обычные русские деньги, это получается 6000 рублей. Я заработал больше, чем некоторые за неделю зарабатывают. Некоторые в месяц такую зарплату получают. Ребят, что вы ждете-то? С неба не свалится, с неба не посыпется. Пока вы первый шаг не сделаете, пока вы, вот я сейчас стою на вершине, пока вы ко мне не доползете, вы ничего не получите. Понимаете вы это? Я думаю, многие это поймут, многим эта тема зайдет, и многие поймут, что это нужно сделать прямо сейчас. Прямо сейчас постучаться ко мне в личку и сказать, дай мне ссылку. Дай мне ссылку, я хочу заработать на свой новый автомобиль. Дойдя до третьей площадки с минимальных вложений, с 0.05 эфириумов, вы уже заработаете себе к четвертой площадке, пригласив всего 120 человек, даже приглашать не надо. Ваша структура уже будет работать. Вам нужно пригласить только 3 человека. Ваша структура продуплицирует вас, и вы будете зарабатывать деньги. $100 в сутки с нуля, думаю, круто. Сергей, конечно, это круто, но это не для всех. Это не для всех. Они же не верят. Они знают, что большие деньги только можно украсть. Большие деньги только можно украсть. Да, я бандит, я вор. Я пошел сейчас за пару дней 20 бабушек придушил и забрал у них пенсию. Ребят, вот мозг включите свой. Отключите эту мысль, что деньги могут зарабатывать только бандиты, воры. И большие деньги могут иметь только бандиты и воры. Если девушка едет на машине, значит насосала на хорошей машине. Если мужик едет на каком-то крузаке, обязательно бандит, обязательно вор, обязательно депутат. Хотя не каждый депутат может себе позволить Land Cruiser купить. Зато каждый сетевик может себе за короткое время на Land Cruiser заработать с помощью своих мыслей, с помощью своих дел. Мне сегодня вот несколько комментариев попалось. Я уже говорил, что человек пишет, как отвечать, это я уже в начале говорил, как отвечать по поводу финансовых пирамид. Ребят, мне не пишут таких сообщений. Мне не пишут таких сообщений, потому что я никому не навязываюсь. То есть люди заходят на мою страницу, заходят на мой канал YouTube, заходят на мою страничку в Фейсбуке, в Перископе, еще где, я не знаю, где они находят. У них первый вопрос, дай ссылку на регистрацию, как зарегистрироваться, как сделать. Это первый у них вопрос. У них не возникает мысли, я не собираю вокруг себя вот этих негативщиков, у которых все обманули, все бандиты, все воры, все просто плохие люди, а они хорошие. Они хорошие, потом в личку мне пишут, дай 500 рублей, дай 750 рублей, дай 200 рублей. Ребята, за что вам давать? Что вы сделали? В чем вы такие красавцы, чтобы я вам просто так деньги давал? Я на вершине. Поднимайтесь ко мне. Берите страховку, берите веревки и поднимайтесь ко мне. Действуйте так же, как я действую. Я даю вам именно те инструменты, которые я использовал для построения структуры сейчас, вот на данный момент в CryptoHands.
Я записываю видео, эти видео смотрят люди, и они подключаются, они вопросов не задают. У них не возникает вопросов. Подумайте об этом еще раз. Возьмите на заметку. Возьмите на заметку то, что видеомаркетинг это намного круче. Вот когда я 150 раз меня сегодня люди просмотрят, зайдут по этому названию, просмотрят, смотрят, о, чувак какой-то с гарнитурами на ухе, наверное, глухой. Они зайдут, посмотрят, подумают, чем он занимается. У меня в закрепе стоит пост, где я все расписал. Сейчас у нас есть стратегия. Стратегия так называемого золотого треугольника. При этой стратегии там крупные бабки пойдут. Там очень крупные бабки пойдут. А пригласить всего надо 3 человека. 3 человека. У вас нет 3 людей? Вы точно уверены, что у вас нет 3 людей? А знаете, сколько в Инстаграме людей зарегистрировано? 1,5 миллиарда. А знаете, сколько в соцсетях людей зарегистрировано? И вы думаете, никому не нужны деньги? Если они зашли в соцсети, по-любому они туда зашли за деньги. Даже они, если бесплатно зарегистрировались, многие из них играют в онлайн-игры, многие из них играют в онлайн-казино, многие из них занимаются хренью всякой, выкидывают деньги, потом ходят, кого-то находят повешенным, кто-то в депресснике, в пике упал там, в пьяном пике, кто-то сгорел, кто-то еще. А почему это случилось? Да потому что люди двигаться. Люди делать ничего не хотят, они потребители. Когда вы станете деятелем, когда вы начнете делать, когда вы начнете что-то производить, когда вы начнете правильно доносить до людей информацию, а не реферальную ссылку и дежурную отписку, что это такое. Вот тогда вам деньги пойдут. Когда вы возьмете лопату, воткнете ее в землю, и сделайте нажим на нее, тогда яма будет. По-другому не будет никогда. Никогда по-другому не будет. Мир так создан. Кто ничего не делает, тот ничего не получает. Это чушь собачья, если вам говорят, вам обещают, да, сейчас зайдешь, 200 рублей заплатишь, 170 тысяч получишь. Ничего делать не надо, просто зайди, зарегистрируйся. Блин, а если ничего делать не надо, нахрена ты приглашаешь? Вот для чего ты это делаешь? Ну вот этот обман должны люди понять, должны люди уяснить вот этот обман, который происходит вокруг вас. Начните уже что-то делать, поднимитесь ко мне на вершину. Начните уже у меня спрашивать, как мне заработать первые несколько дней, первую неделю 30 тысяч рублей. Это не такая огромная сумма, это копейки. По меркам интернета 30 тысяч рублей это копейки. На 30 тысяч рублей можно купить нормальный ноутбук, компьютер. Ну, не нормальный, не крутой, но средненький ноутбук, который вам поможет. Вот, кстати, мне ноутбук по большому счету нафиг не нужен. Мне компьютер даже по большому счету нафиг не нужен. Потому что я уяснил, что деньги можно зарабатывать на смартфоне, но не в глобусе. Просматривая рекламу, кликая по рекламе. Не в глобусе, а в интернете, в нормальных интернет-проектах, которые появляются не так часто в интернете. Если вы захотите зарабатывать 30 тысяч рублей, если вы захотите от меня переливы получать, если вы захотите в мощной команде быть, вы ко мне присоединитесь. Вы напишите мне в личное сообщение. Что надо делать, дай ссылку. Сколько денег надо? Сколько вы готовы отдать денег на свою мечту? Сколько? Что вы хотите? Напишите мне сейчас в комментариях, мы уже будем заканчивать. Сколько денег вы готовы отдать на свою мечту? Можно сутками, можно всю жизнь промечтать, жить у моря, ездить на офигенной машине, иметь счет в банке. Сергей, я рассказываю это именно тебе. Именно тебе я это рассказываю. И раз ты зашел на эту трансляцию, я рассказываю это именно тебе. Тому человеку, которому от этой жизни нахрен ничего не надо. Вы зашли, вышли, зашли, вышли. Вы живете в сортире.
вы в нем проживете всегда. Хотите выбраться вот из этой выгребной ямы? Выбирайтесь. Я вам подам руку помощи и не буду смотреть, что вы грязный сейчас. Я такой же грязный был когда-то. Когда-то я возился в мазуте. Это было давным-давно. Это было в Мурманске. И я работал механиком. И я работал слесарем. И я работал электриком. И я работал... Кем я только не работал. Ребят, я выбрал свое направление. Если у вас и нет цели, если у вас нет мечты, если у вас вообще ничего в этой жизни нет, удалитесь из соцсетей. Они вам нафиг не нужны. Они вам нафиг не помогут заработать денег. Они не помогут вам заработать денег. Если у вас нет ничего, если у вас нацеленности ни на что нет. Итак, напоследок. Кто хочет заработать в короткий срок от 30 тысяч рублей, стучитесь в личку. Расскажу, как это сделать. На этом заканчиваю. Всем привет.